Если бы выполнили по-честному то, о чем договорились, ничего бы не произошло, и Крым был бы в составе Украины. Ну не может это вот нормальное человеческое, так сказать, естество принять, потому что это антиестественно. Не надо по одному человеку судить о всей ветви власти. Но пушечного мяса на фронте все равно не хватает. Больше, в принципе, помощи вы от Запада никакой не дождетесь. Все идет в известном направлении. Очень хорошо. А це свіжий випуск російської антипропаганди, їхньої кринжатини, болю і страждання. Не забувайте, що ви, наш глядач, найактивніший співучасник нашої інформаційної війни. Нам треба відстрілюватись, нам треба протистояти нашому ворогові і в інформаційній сфері. Тож допомагайте нам розповсюджувати всі наші відео. Не забувайте нам лишати лайк і обов'язково підписуйтесь на YouTube-канал Курбанова Лайв. Вмощуйтесь зручніше, зараз буде політ у космос. Вот так вот у нас больница. Педиатры где находятся? Ведерки везде стоят. Красотища. Зачем вы приехали в Кремль? Что вы забыли? Демократия. Я знаю, про свою роботу говорити не дуже скромно. Але ми достеменно знаємо і часто це публікуємо в моєму телеграм-каналі, що російські пропагандисти слідкують за нашою роботою, дивляться, аналізують і розуміють, що те, що ми робимо, це важливо. Важливо для українського суспільства, ну і меншою мірою для росіян, упоратих недолюдей. Але вони бояться те, що ми робимо. Адже ми завжди відслідковуємо всі їхні ефіри. Ми вибираємо найсучніше, найцікавіше, і я чесно кажу, ми не монтуємо, не вигадуємо, не ліпимо їхні слова. Ми подаємо те, що сказали вони. А далі вже вам вирішувати, це про зраду чи про перемогу. Це про те, як вони ніяковіють від усіх обставин, що нині несуться на території Російської Федерації, чи намагаються видати все за власну перемогу. Одним словом, я навіть не буду за вас робити висновки. Кожен подивиться і все зрозуміє. Мнение є така біда, ще раз, да? Журналістське мнение абсолютно. Некоторые избранники народа считают, что им можно больше остальных. Они ошибаются, им очень часто начальство объясняет, что они ошибаются, в том числе и в Государственной Думе. Второе. Есть среди избранников народа, я не побоюсь этого слова, хайпажоры. Вот перечисленный вами гражданин таким является, к сожалению, и работает на клики. Работает только на то, чтобы его сообщения, упоминания посмотрели в социальных сетях. Никакого отношения к решению дискуссионной проблемы это не имеет. К сожалению, это кидает тень на парламент, Евгений, на власть они и так боялись далее. Ему отвечать. Я вам не объясняю. Он это не зря. Там. Еще раз, надо быть уверенным в себе, и если вам грубят, кто бы это ни был, действовать адекватно ситуации. Тем более, когда это действительно происходит в такой непотребной форме. Поэтому не надо по одному человеку судить о всей ветви власти. Ни в коем случае здесь, как видите, его не защищают. Принципиальное значение, конечно, имеет признание реалий на земле, как об этом не раз говорил наш президент. Чем дольше украинское руководство нынешнее при поддержке Запада срывает одну за другой договоренности, тем меньше территории остается у этого режима. Февраль 2014 года, если бы выполнили по-честному то, о чем договорились, ничего бы не произошло, и Крым был бы в составе Украины. Но они решили сломать договоренность, потому что им не терпелось поскорее сменить власть. Борис Джонсон вообще такой любопытный персонаж. Я бы охарактеризовал как опасного фрика.
Ну, достаточно на него посмотреть, чтобы все о нем понять. Но он опасный. Почему? Потому что он действует вопреки интересам мира в Европе. Он проталкивает свою антироссийскую и, кстати сказать, антиукраинскую позицию. И когда он в определенный период влиял на позицию украинского руководства, которое могло пойти на мирные переговоры и даже в какой-то момент договориться о принципах урегулирования этого конфликта. Ведь это не секрет. Именно он сказал: нет, не надо, мы вам поможем, все будет нормально, вы должны проявить волю. А потом его не стало. Но пушечного мяса на фронте все равно не хватает. И все громче, в том числе с подачи западных кураторов Киева, раздаются призывы снизить мобилизационный возраст до 18-21 года. Многие в такой ситуации прячутся по домам, уклоняются или бегут из страны. В интернете множество роликов о том, как украинские мужчины, все-таки просачиваясь за границу, радостно поздравляют друг друга с бегством из концлагеря Зеленского. Немало из них при этом выбирают Россию. Только за год, с февраля 22 по февраль 23 года, в Россию прибыло 5,3 миллиона украинских беженцев. Сейчас их у нас значительно больше. При этом у Зеленского и его клики вызывает бешенство тот факт, что уехавшие на запад страны, на запад украинцы, столкнувшись с бытовыми проблемами, унижениями и дискриминацией по языковому признаку, не только перебираются в Россию, но и в массовом порядке переезжают в регионы, вошедшие в состав нашей страны по итогам референдума осенью 2022 года. Те украинские мужчины, кому сбежать не удается, и кого все-таки насильно бросают на фронт, предпочитают либо сразу сдаться в плен, либо дезертировать из армии. Так, согласно данным прокуратуры Украины, за 8 месяцев 2024 года открыто почти 30 тысяч дел за самовольное оставление части. В то время как в 2022 году таких случаев было 6,5 тысяч. По оценкам экспертов, в действительности общее число дезертиров насчитывает от 100 до 170 тысяч человек. Вся Украина бурлит от происходящего в стране мобилизационного беспредела. И только западные спонсоры Киева пытаются не замечать эту фатальную для страны тенденцию и убеждают главу киевского режима гнать и гнать на фронт все новых несчастных. Как рассказывают попавшие в наш плен украинские солдаты, с тем, чтобы абсолютно немотивированные украинские рекруты не могли сразу сбежать, в тылу их подразделения размещаются мотивированные националисты и неонацисты, выполняющие роль стреляющих в спину заградотрядов. Любому цивильному человеку, который хочет разобраться в ситуации, он видит не только интернет, он видит все средства массовой информации. И он копается всегда в самом углу найти самое далекое средство массовой информации, но справедливое, истинное. Спрос на правду и справедливость растет постоянно, каждый день. Преодолеем и мы это несчастье. Просто на нас решили в крепком, монолитном обществе отработать вот эти цветные революции с учетом новых информационных технологий. Не получится. Для начала помолимся Царю Небесному. И гимн. Мы голос русского православного большинства. Бог вечно живой. Он был, есть и главное, он будет. Западная цивилизация живет принципом West against the rest. Русский быт – это покосившиеся избы. Нам нужно как можно больше рожать детей и как можно лучше их воспитывать. Эту миссию на нас возложил сам Господь. Проблемы мигрантов – это не проблемы мигрантов. Кто мы вообще и чего мы хотим? Патриот – это многодетный отец, в конце концов. Духовный футуризм. Разложение нравственных устоев. Там уже идет грехопадение, с этим ничего не поделаешь. Границы России не заканчиваются нигде. Симфония духовной и светской власти. Во имя будущего русского человека. Мы русские! У всех, даже у военнослужащих, была вот вера вот в этого российского суперсолдата, который сейчас придет и всех победит. Ты когда-нибудь видел таких суперсолдат? Да нету их не существует. Я изначально всем пытался донести такую мысль, что не придет, никто вас не спасет. Это дебилизм.
Не бывает российского суперсолдата, запомните все. Есть необученные дебилы. Ни дисциплины, ни подготовки, ни... Ну, зато наверх по рапорту доложили, что все хорошо. На данный момент самовольно оставляют части около там, 25% от всех военнослужащих. Это на самом деле большой урон российской армии, потому что людей на фронте не хватает вечно, и это хорошо. Но тем не менее, почему люди на третий год войны все еще на нее идут? Деньги. Потому что, ну, будешь ты жить на зарплату в 30-40 тысяч рублей, либо же ты единовременно получишь выплату в 2 миллиона. Выплаты же тоже растут. Так что основная мотивация людей — это деньги, безысходность. Указом главы Чеченской Республики за личные заслуги, связанные с укреплением культурных и дружественных отношений между Чеченской Республикой и Донецкой Народной Республикой, поддержанием духа российских бойцов, участвующих в специальной военной операции, награждаются медалью памяти Ахмад Хаджи Кадырова, первого президента Чеченской Республики, Кадырова Айшат Рамзановна, заместитель председателя правительства Чеченской Республики. Если честно, это, на мой взгляд, первый случай в постсоветской истории, значит, с 91 года происходящий, если не брать Белоруссию и Россию, когда страна, имеющая при этом достаточно серьезные связи с Западом, вдруг начинает выходить из-под западного контроля. Причем выходить самостоятельно. Все эти рассказы, так сказать, про российские какие-то, так сказать, партии, про российское там, это вмешательство, все это болтовня и ерунда, так сказать, да, со стороны как бы вот оппозиции грузинской, ну и поддерживающих ее, так сказать, разных всяких западных кураторов. А причины-то очень простые, да. Причина номер один. Вот на западные, так сказать, средства массовой информации и прозападные оппозиции говорят, вот, мол, все дело в том, что вот злая Россия там куда-то влезла, так сказать, да, кого-то там, так сказать, сагитировала, там, подкупила, перекупила. Люди не хотят, ну, или понятно, у них там служба такая, да, или не могут сказать правду. Правда очень простая. На самом деле происходит процесс разочарования. Удивительно, что это происходит в Грузии, потому что действительно отношения между Грузией и Россией очень сложные, но тем не менее, произошел реально процесс разочарования в том самом Западе, которым так много и долго и безумно, значит, очаровываются на постсоветском пространстве. И в этом смысле я должен сказать, что постсоветский человек — это какой-то особый феномен, потому что такой вот глупой любви к Западу, мне кажется, вообще мало кто испытывает в этом, на этой планете Земля. Было бы интересно с точки зрения, знаете, социальной психологии, так сказать, или философии это испытать, потому что это реально так. Я довольно много работал в разных странах постсоветского пространства, ну, практически во всех. И действительно могу сказать, что вот такой вот иногда совершенно бестолковый и рациональный любви к Западу и доверию, так сказать, этому Западу, как Господу Богу, ну, мне кажется, во многие другие страны даже не повстречаешь. Но, тем не менее, если говорить о Грузии, вот на Западе говорят, ну, вот, мол, так вот и так, так сказать, спецоперация какой-то, так сказать, там, российских там политтехнологов и прочее, хочется спросить их, а что вы сделали для того, чтобы эту самую Грузию действительно вот так вот вдохновить на сотни лет вперед быть вместе с Западом? Ну, давайте нам просто, так сказать, по пальцам пересчитаем. С точки зрения, так сказать, военно-политической поддержки, вы ее кинули в 2008 году. 2008 год, авантюра Саакашвили, на которую ее сподвиг Запад, обещание Запада вписаться за это дело, мы поможем, так сказать, мы впишемся. Как только стало ясно, что не получилось, просто кинули. Это означает простую вещь. Надеяться на Запад с точки зрения там, военной помощи, поддержки, того, что они спасут вот, в критический момент, не приходится. Первое. Второе. С экономической точки зрения. 30 с лишним лет прошло. Если Запад так любит постсоветское пространство, где эти огромные многомиллиардные инвестиции в экономику постсоветского пространства? В Грузию, Молдавию, так сказать, Украину и прочие государства. Где это? Ну, построили бы там такую экономику, чтобы мы здесь все обзавидовались в России. Просто вот локти кусали бы, а там бы просто процветала бы, да, замечательная, так сказать, инновационная экономика. Где эти деньги, которые вроде бы как многие ожидали, да, от дружбы с Западом? Их нету. Их нету. Посмотрите статистику открытую, так сказать, какую хотите, и вы увидите плачевное состояние экономики и Грузии, и многие другие страны, которые рассчитывали, вот долгое время рассчитывали на вот эту западную помощь. Ну, например, Молдавия, кто не в курсе, первая подписала соглашение об ассоциации с Евросоюзом еще до того, как это стали обсуждать на Украине. Где результаты? Результаты все в минус.
Вообще все в минус абсолютно, и это подтверждает, вынужден подтверждаться даже, так сказать, молдавские эксперты, экономисты, даже совершенно как бы, да, нейтрально или даже враждебно относящиеся к России, да. Дальше вопрос идеологии и ценностей. Демократия, 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 демократия. Оказывается, демократия – это такой, так сказать, знаете, разрисованный паровоз, как там где-нибудь, так сказать, в этих парках развлечений ездит, да, для детей. А за ним, так сказать, 10 вагонов дерьма. Значит, прими это самое каких-то извращенцев, прими разрушение собственной культуры, прими разрушение традиционного образа жизни, откажись от собственной веры и так далее, и так далее, и так далее. Для большинства людей на этой планете, ну и в том числе в Грузии, то, что навязывает Запад, ну просто тошнотворно. Ну не может это вот нормальное человеческое, так сказать, естество принять, потому что это антиестественно. Для многих, например, в Санкт-Петербурге Курск как проблемы не существует. То есть знают, что есть Курск, но почувствовать, что там боль, и что там разрушение, что там война, нет. Война ведет за собой внутреннюю инфляцию, война ведет за собой отток очень многих мужчин на фронт. Не конкретно связь с войной, то есть люди боль чувствуют, а посредственно. Да, посредственная усталость от войны. Есть внутреннее сопротивление, то есть внутренняя кухонная миграция. Она просто нарастает. Даже люди, которые раньше были активными сторонниками Путина, мои знакомые, и верили ему, даже у них сейчас нарастают вопросы и разочарования. Нельзя отсюда полностью ощутить состояние общества, в котором оно находится. Но это будет долгий процесс сознания того горя, что принесено, того ужаса, что сотворено, и той неизбежности наказания, которая может быть. Нужна психотерапия. Нации нужно будет ментально лечиться. Ну і чого найбільше боїться наддержава Російська Федерація? Звісно, окупації. Що хтось прийде і пограбує їхні помешкання без унітазу, їхні помешкання без газу, їхні помешкання без комунікацій. В лайні, в бідності, в розрусі вони все переживають. Не дай Боже, кахони чи піндоси прийдуть саме до них. От за тим, що вони викладають свої соціальні мережі, що на голову не налазить, що викликає обурення, паніку, шукає єдине питання, як так можна жити. Але вони не люди, вони росіяни. Тож, як і завжди, їхні соціальні мережі як вікно у справжнє російське життя. Татя! Татя! Гочин! Гочин! Хайло! Хайло! Уважаемая Луганская госадминистрация, обращаюсь к вам, так как у нас критическая ситуация. Мы живем по улице Рудя, в доме 89, в этой квартире с ребенком и женой. Но зайти здесь и жить мы уже не можем, поэтому мы покинули квартиру. Причина в том, что там находится большая концентрация токсичных ядов. Сейчас мы покажем, что происходит в нашем доме. На протяжении 7 лет у нас льется канализация, вода. Все льется именно в подвал под мою квартиру. Там находится в квартире большое количество ядов. И находиться в квартире просто невозможно. Обращение в госадминистрацию, многократные обращения именно горводоканал, разговоры с главным инженером ничего не дали. Потому что люди как никак не реагируют. Так же самое у нас забита вся система люков. Все люки полностью наполнены водой. Стоит адский запах в подъезде и в квартирах. Уважаемая и Луганская администрация, и прочие люди, которые могут нам помочь, вернуться в нашу квартиру. С уважением, жители дома 89 по улице Рудя. Вот это жопа! Авиакатастрофы и поломки самолетов прямо в воздухе преследуют Россию и будут преследовать вплоть до самого распада, пока Запад не снизойдет до поставок комплектующих и вообще замены гражданского авиапарка. Петербург, Алма-Ата, рейс «Россия», течь топлива, что-то новенькое. Обычно отказ двигателя или отказ
система кондиционирования, или вообще разгерметизация салона, или поломка шасси, а тут течь топлива. Тут у меня еще и новость в основном материале была, как рейс из Дубая в Москва-Бат был отменен. Тоже российская авиакомпания и тоже поломка самолета. И ни на час, ни на два, это не обработка самолета, это просто катастрофа очередная, где заменить что-то не представляется возможным. И единственная надежда действительно выклинчить у Казахстана какие-то самолеты, которые сам Казахстан не использует, чтобы, опять же, перевозить пассажиров. И это свидетельствует о том, что и у русской армии точно такая же ситуация. Все же едино. Смотрите, как вертолеты падают не только у Минздрава России или у МЧС, но и даже у Газпрома с Роснефтью. Все идет в известном направлении. Очень хорошо. Сначала сняли крышу, ждали материал 2 месяца. Все лилось в наши квартиры до 1-го этажа. Естественно, провалился потолок. Естественно, был грибок, плесень. Пострадала мебель и, ну, все остальные личные вещи. Я считаю, что это умышленное уничтожение нашего имущества. Хожу в Геопир, как на работу, ходила. Они обещают, но ничего не делают. Может ли люди жить в таких условиях? Объясните, пожалуйста. Это мы до конца еще не сняли. Плесень сумасшедшая. Я жду с апреля вас и хочу увидеть хотя бы результат. Более отвратительной фирмы я не видела, уже извините меня. Ждите неделю еще, сейчас мы зайдем. Когда? В квартире холодина, плесень, грибок, проваленный потолок. У меня в квартире, благодаря Геопиру. Они обещают ремонт сделать вам, да? Хорошо, мы передадим. То же самое будет в тот момент, когда Россия начнет переформатироваться. Запад будет наблюдать. Помощь она будет оказываться в виде гуманитарной. Да, окорочка, масло и сахар, соль и сахар. Вот. Больше, в принципе, помощи вы от Запада никакой не дождетесь. Вот. Ну и гуманитарная, конечно, тоже хорошо, вот, но не более того. Понимаете, вы больше ничего не получите. Вся помощь и поддержка, в принципе, могла бы, да, для вас быть внутри Российской Федерации, внутри национальных республик. Но вы как бы от нее отказываетесь. Я предлагаю вам поменять угол зрения, сменить его. Да? Посмотрите на ситуацию по-другому. Не бойтесь ничего. В этой жизни нет ничего вообще страшного. В политической жизни тоже нет ничего страшного. Обо всем можно разговаривать. Со всеми можно, значит, мирно решать вопросы, вот, скажем так. Такие вот у меня на сегодняшний день предложения. І хто додивився цей випуск до кінця, той особисто від мене отримує такий собі статус найміцніших, найзалізніших нервів. Друзі, я вас вітаю. Якщо ви це зробили, то вийдете в ідеальному настрої. Але перед тим, як піти, не забувайте лишати нам лайк для поширення всієї зібраної інформації. Звісно, підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф, коментуйте і обов'язково побачимось з вами вже скоро. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі!